Кучерявые розовые пеликаны начали осваивать искусственные острова, специально созданные для них в национальном природном парке Тузловские лиманы. Об этом рассказал эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook. Я стал свидетелем того, как кучерявые и розовые пеликаны после вкусного обеда из различных видов рыб вместе полетели на один из искусственных островов и отдыхали на нем, написал Иван Русев. Отметим, сотрудники Тузловских лиманов уже пятый год привлекают птиц для гнездования на таких площадках. Особенно ждут гнездования пеликанов. Но эти пернатые очень осторожны и не сразу занимают острова, особенно если чувствуют опасность или при резкой смене экологических условий. Сейчас в акваториях нацпарка держится около 150 кудрявых и около 100 розовых пеликанов. Позже кудрявых пеликанов может стать больше, поскольку во время осенней миграции они останавливаются в нацпарке, как на транзитной станции. Это уже можно считать как первые шаги на пути к признанию искусственных островов редкими птицами для будущего гнездования, чему коллектив нацпарка несказанно рад.